Ай, сука. Так. Вообще, на самом деле, вот эта штука... Этот спел кажется каким-то немножко имбалансным. Инфо. Потому что я могу, типа, зайти в тайм, сдать его. Это будет достаточно дешево. Идем сюда направо. Вот она, комнатка. Библиотека какая-то. Ого. Нормально, они плотно. Это третья лока получается, да, серенькая. Новая музычка, новая лочка. Желтая. Ага, вижу. Окей. Быстро двигается она. И это мурлыки, да, реально. Ух, они... Не хочется с пачкой он их драться. Видит как босс. Как не выкинуть? Кстати, подождите. Вот смотрите, опять этот символ. А, это значит то, что и телефон, и эта штука одновременно. Господи, я так буду нубас. Так, что, куда пойдем? Зеленая что делает? Objects из-за грина ровно movement time stopped. Окей. Так. Ой, надо же там быть. Ну ладно, хорошо, давай вертикалочку просто сделаем. У меня же куча. А, ты еще и здесь. Все, регеним. Так, здесь надо тебя на ту сторону перегнать. А, надо тебя отпустить. Дальше что будешь делать? Да пусти! Да пожоль, да! Ты меня раздражаешь, пипец. Нет, я бесячая срань. Все, переползай обратно. Все, молодец. Включи. Ждем регена. Вертикально паузим. Ура, вы восхитительны. Это что за ППГи? Вы что за херню творите? Ага, понял, стреляйте. И еще красную ауру плохо пахнете. Хорошо, пошли дальше туда. Минус вся мана.
Так, темп пролайс, что он долгий. Здесь меня интересует, что... Ага, здесь мы найдем способ. Здесь мы найдем способ делать трипл джамп. Так, а меня, в принципе, это устраивает. Этих мы отсюда убьем. Давай, убей его. Я же вижу его, ты хочешь. Давай. Говнили. Здесь не может быть никаких секретов еще. Тут могут быть. А чё я тебя, а чё я вас просто замороженными не убиваю? Мне кто не подскажет? Пошли. Таких как вы надо гнать в шею, убивать их просто пока они в инкопасе. Чё я вас, чё я мучаюсь-то, ё-моё. Секунду, а... Так. Да снизу я смогу. Я думаю, я заобузил. Я думаю, это был какой-то обуз. Я не мог этого сделать. Я сейчас не софтлокну себя, я не попаду в локацию, в которую мне не стоит быть. Так, мультифруктор, нужно твое экспертное мнение. Не попаду ли я сейчас в локацию, в которую мне нельзя быть без определенного набора скиллов? Есть подозрение, что могу, и это может кончиться рваной сракой. Не, там просто другое решение. А, я просто тупенький? Хорошо, ладно. О, что-то мне дали новый... You got grip knife. Climb on knives when time is stopped. Окей, cool. О, это как раз таки то, что мне было нужно. Подожди. Climb on knives when time is stopped. Ага. Все, а теперь я могу взять тот секрет, который слева. Надо только варп найти. Что-то еще могу взять? Да, еще могу туда наверх пойти. Так. Может быть, я теперь могу баночку как-то? Типа я нафигачу. Я открою таймстоп, нафигачу ножей и попрошу. Я не знаю, как выкидывать баночку. Меня бесите. А-а-а! Так, нет, с Франкенштейном не хочу драться. Так, хорошо. Пошли наверх как-то.
Так, я Анубас. Иди сюда. Да ты гонишь! Подожди, стой, что? То есть я те ножи, которые кидаю под себя даблджампом, они тоже залочатся? Ладно, не суть важно, я все равно должен играть по-другому. Атака, запрыг, атака, запрыг, даблджамп. Молодец. Что я здесь делаю? Нихера интересного. Молодец, бро, хорошо пришел. Долбоклюй. Так. Так, кто там? Здесь можно вот так вот делать, типа. Ты заворудишь и прыгаешь, и вот у тебя вот такие, типа, ножи остаются. Очень удобно. Для таких нубасосиков, типа, меня. Ага. Франкенштейн. Хорош. Мы нашли, что это, дополнительные часики, это не то, что я... You got an eternal load, the amount of time that can be stopped has increased. Оооо! Сколько? 110? 105. Скорее всего, 100... 110! Хорош! Подожди, может быть, даже 120. На тебе. Вон у меня жопой ешь. Теперича. Так. Здесь взяли, теперь мы идем вниз налево. Паралайз. Подожди, а вы не наносите никакого урона, только вонючку делаете? Так, здесь что, просто спускаемся? Ой! Была ошибка, я хотел... Хотел попробовать вот эту штуку, типа... Climb down. Ай-яй-яй, какой ты быстрый. 115. О. Так, хорошо. Пойдемте сначала похилимся. Я вот вообще не прав. Хорошо. Стоп, здесь варп. Давайте прежде чем... А, ну здесь варп, надо будет туда наверх бежать. Ладно, давайте потом зайдем туда, потом. Варп нарыли. Берешь бутылку таймстопишь, она ждет перед тем, как выпить, подходишь к мусорке, профит. О, давай попробуем. Но она не пьет! Ты меня разводишь! Чего я... Окей. Ага, она глоток... А, она все глоток сделала. Да, зайка, что такое?
Ничего, чего рожа такая загадочная? Ты сегодня загадочная? Сейчас что всегда загадочно. Главное, я не попал. Где-то из задницы выпадает. Да ты гонишь! Хорош. Так, чего идем сюда мы с пятачком? А нам здесь на самом деле ничего ловить-то не надо, так что мы реально портуемся, мы идем в розовый мир. Сначала идем за синькой. И еще, кстати, продаться бы надо 545, 140, 32, 20. Хотим в шоп сначала сбегать. Выше проход. Проход вот на розовой зоне. Вот он проход. Здесь прохода нет. Здесь все уже изучено. Или я что-то пропустил? Нет, здесь ничего нет. Че, гоу-гоу-гоу-ниш. Так, пошли сюда пока. Я в любом случае хотел плюс хп взять. Даже я его вижу. Вы что, издеваетесь надо мной? А-а-а-а! Господи! Все, вижу. Че, вы сразу-то не сказали таймер? Блин, они меня отговнили по полной программе. Теперь выхилиться надо. Тут бирюзовая дверь. Что-то не то. Вот вопрос на миллион. Пацаны, вы до урон-то наносите? Или вы только тайм-паралайз даете? Я бы бестолочи чел. Хотя, что-то кажется, тайм-паралайз-то настакивается. Ладно, бестолочь что-то другое. О! Зимони. Так. Еще 10 хп. Хорош. А я деревяху совсем никак не могу. Подождите, а может быть бензопила берет деревяху? Тоже I had such plans. Так, тихо. Так, хорошо. Ждем. Так. Что-то тут у нас. О!
Я тебя даже не заметил. Хорош. Даже не выживает. Так, хорошо. Вау, что за Франкенштейн? Пати. Ничего себе. И собрала камни. Эй, мы снова встретились, человек. Не Тори, агент. Снова не Тори. Ты снова так сильно работаешь, чтобы собрать камушки? Я вот все время думала. А что у тебя за план с этими камнями? Эти камушки — это кристаллизованное МП. Перерабатывать их улучшит твои возможности. Погоди секунду. Это же первый раз, когда я об этом слышу. Что? Правда? Возможно, я забыл сказать тебе. Ты можешь посмотреть, какие силы дает каждый камушек в окне торговли. Понимаю. Но если камушки улучшают мои силы, разве не лучше не продавать их? Нет, это лучше их продавать и покупать вещи. Они улучшают твои силы чуть-чуть. Мне кажется, ты всего лишь корпа. Нет, ты не права. В любом случае, я бы очень оценила, если бы ты продавала мне много камней. А ты уже в курсе, что Нитория — это Каппа? Нет, не в курсе. Ах ты ж собака. Что у нас здесь? Сейф. А хилки нет. Так, что у нас здесь? Подожди, а тут не указано, что должен быть проход. Опа, новый скилл. Гив папа. You got 1000 daggers, throw 1000 на СМП. Ооо! Гив папа! Ну-ка, реально? Ну это явно не 1000. Но урона много. Вау, а что они с наводкой? Вау, это очень сильно. Смотрите. Воу! Так, здесь надо вот эту штуку делать. Так, работает только тогда, когда... Ага. Блин, самонаводяшкой. Какая имба голимая. Саша, как это произошло? Нет, я умру! Дайте мне умереть. У тебя лимит на ножи в таймстопе, поэтому не 1000. Ну, это в любом случае, это ножи, понимаешь, в этом суть.
Понятное дело, что не 1000. 1000 была бы имбой. Ну, просто это получается, что спел качается вместе с тем, как я приобретаю. Спел качается с тем, как я приобретаю дамаг. Плюс ко всему, они направления выгадывают. И она выкидывает все, это очень хорошо. А еще самонаводящиеся ножи имеют половинный урон. То есть эта штука просто берет и убивает всех. Она не стоила мне ничего. Единственное, что я сразу ее выключить не могу. Здесь давайте. Ладно, я понял кое-что. Может быть, сейчас не самое лучшее время. Сойдет. Пойдет. Так, я просто намекнул, что их эффективно кидать без таймстопа. Да нет, таймстоп нужен, чтобы МП не тратить. 40 МП это слишком дофига. Ну да. Они тоже не то нажал-то. Так. Обосрали. Вы где? Вы где? У собаки. Ладно, сойдет. Так, ладно. Е. Ага. Хорошо. Ну пошли, ладно. Хотя, чё париться, пошли. Так, хорошо. О, предбосс файт. Алло? Это голос Акью. Что-то не так? Могущественная ведьма ждет тебя прямо вот за этой точкой. Возможно, будет сложно, учитывая, что твои силы запечатаны, но ты не сдавайся.
Не беспокойся. Я уже могу справляться со своими силами, временными силами. Ты, возможно, не сможешь останавливать время, но ты сможешь его замедлить. Если будешь хорошо пользоваться им, ты сможешь победить. Слушай, что я тебе говорю. Я уже могу остановить время. Что-то не так? Тебе не надо благодарить меня? Это все, что я могу сделать? А? Привет. Акью, почему ты так странно говоришь? Без особой причины. Я просто устала, так что отдыхала. Что-то не так. Интересно, что же произошло? Так. Либрари. Почули. Сакуя, ты пришла раньше, чем я думала. Угу, как я и думала, мисс Почули здесь. Как дела? Тебе весело? Полагаю. Мисс Почули, это вы создали этот мир? Это была обычная просьба от Реми. Если его этого не существует, давай сделаем его. Девушки красного и белого святилища будут расстроены, если мы попробуем что-то в Генсокё. Так что мы создали отдельное пространство. Я полагаю, что с тех пор, как все время такое мирное, Риме требуется некое будоражение. Если бы вы так сказали с самого начала, я бы подыграла. Было бы не весело, если бы мы тебе сразу сказали. Элемент неожиданности — это то, что делает это будоражащим. Возможно, это так. Но у меня тоже есть планы. Эгоизм Реми всегда проявляется внезапно. Ты права. Ну что ж, вот мы тут. Пожалуй, нам пора приступить к веселью. Я не против, но ваше здоровье... Как ваше здоровье? Не о чем беспокоиться. Сегодня был отличный день. Я покажу тебе кое-что из моих истинных магических возможностей. Как Почули сейчас будет драть мне жопу. Прям чувствую. 3500, конечно же. Ага. Ага. Что-то говна пирога какого-то. Окей. А почему ты горизонтально ты их кидаешь? Ёпарасоте. Так, если будет зелень, а я их разбивать могу? Окей, понятно. 22, не... Кала поем сейчас. Еще даже до фазы не довел. Это что за херня? Можно, пожалуйста, не надо? Мне надо переключать. Вот эту ПКГу, возможно, стоит бензопилу месить. Нет, что-то меня отмудохали очень быстро и очень эффективно. Так, ладно, давайте со страткой определимся. Во-первых, 1000 Daggers меня вообще не воодушевляют. Давайте попробуем пилой, но я прям не рассчитывал бы.
Просто на скилле разваливаю. Сейчас. На скилле. Будем разваливать на скилле. Ай-яй-яй, это что за херня? Ну, бензопила сыграла, играет против нее отлично. Отлично поработала. А как насчет этого? Не надо ничего этого. Не надо никакого этого. Что-то меня тут прогнало. Поехали. Ну, пилы типа антиаир, поэтому да, это в некотором смысле балансно. Она еще встает в них, поэтому типа... Поэтому это халява. Так, водичка меня не пугает, я думаю. Ой, 35. МП нет. 4 книжки теперь. Восхитительно. Как это говно доджить? Еще из-под нее. Конечно, по 20. Да, давай. Полагаю, что все так и должно быть. Угу. Да. Я вас услышал. Полагаю, что все под контролем. Full time? Нету тайма, блин. Так, это ладно. Это хорошая фаза. Здесь мне надо просто свалить отсюда. Пожалуйста, уходи. Драконы. Драконы, нет, отвалите. Это если я сейчас говна поем. Ой-ой-ой, как много урона. Блин, какая же она жесткая в конце становится. Я давно тебя смотрю, хочу дать, если попадать по боссу, то можно его убить. Спасибо большое, бро. Спасибо, братик. Так, что-то она не такая простая, но сейчас я... Так, хорошо. Вообще, на самом деле, ничего хорошего. Так лучше, кстати, пока эта вся история. Ой, драконы. Чего? Я типа от них...
надо вот это вот этим пользоваться, не забывать. В этот раз вообще все плохо. Ну, я дурачок. Так, хорошо. Ничего хорошего, она меня просто разнесла в дрободан. Вау, класс, ни одним ничем не попал. Угу. Это как проходить? Никак. Окей. Ага. Отвали. Нет. О, блин, эти штуки наносят урон, черт. Давай. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Сойдет, ладно. Так. Пожалуйста, 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 пожалуйста. А, моя астма. Тогда, когда мне совсем она ни к чему. Так, она Мумбол Грит Лайбрери. Дефит почули. Прошу прощения, я не подумала и впряглась. Не извиняйся, было весело. Я удивлена, что ты можешь использовать свои силы, однако. Мы должны были их запечатать. Ты сломала печать силой? Это все благодаря... Каппе любительницы гаджетов. А что значит каппа? Это вот эта девочка, она каппа? А что значит каппа? Она же должна быть зеленой тогда. Что значит? Обычно я не люблю зависеть от инструментов, но... Рэми оставила полезный характер для тебя? Нет, это не то. Я не знаю, что она имела в виду. Персонажа, наверное. Моя интуиция была верна. У меня было плохое предчувствие, так что я сделал так, чтобы шел дождь. Но использовать гаджеты, она очень умна. Она очень умна. Мисс Пачули? О, ничего. Ничего. Но в любом случае, ты победила, так что ты можешь двигаться дальше. Скоро я увижу леди Ремилию. Да, она ждет в часовой башне, прямо за ее за углом. Ну и потому что мы это Риме, так о ком мы говорим. Я уверена, что ей не терпится поиграть с тобой. Всего доброго, мисс Пачули. Я не могу позволить леди Ремилии ждать.
О, и мисс Пачули. Пожалуйста, идите домой и отдохните. Да, я сначала направлюсь в алый дьявольский особняк. Настоящий. Угу. Я так и знала, что это мисс Пачули, кто создала этот мир. Так, наконец, следующая будет леди Ремилия. Наконец-то. Я должна поторопиться к леди Ремилии, чтобы покинуть этот мир как можно быстрее. Так, хорошо, мы здесь надрали жопку. Пойдемте похилимся. Какое-то аниме. Плюс-минус. А 10 я чего получаю за... Здесь можно сюда, здесь можно сюда. Тут будет другая лока или как? Или здесь будет просто... Ага, зеленый. Теперь у меня есть грин кей. У меня где-то был бирюзовый кей. Укап. Где-то укап был бирюзовый кей. А где был бирюзовый кей? Здесь я что-то не вижу ни одной локи, в которую мне надо. С капами, бирюзовым кеем. Ну ладно. По итогу пила разнесла жопу, будь здоров. У собаки. Ну давай. Дестрой. Здрасте, дрите вы того тохофак. Я человек обычный. Просто заказывают разные штуки. Я в них играю. О, сойдет. Вообще удобно. Так, а, нет, нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вообще ни к чему. Наверх. Па-па-па-па-па-па-па-па. Я оказалось, что я наверху до сих пор не был. Это же бред свека был. Ну-ка, не бесите меня. Опа, секрет запалился. Ага. Ага. О, здорово. Ты же меня не ударишь здесь? Счастливого пути, счастливчики. Так, ладно. Так, плюс МПАП. МПАП это хорошо. Так, ага, здесь пошла сиреневая лока. Но мне надо вон туда. Здесь мне надо найти ТП и потом ТПшнуться. Давайте просто идем вперед и найдем, найдем ТП и там ТПшнуться. Потом надо будет вернуться и пособирать всякие штуки. Вот это у тебя ХП. Ага, еще и милишка. Какая прелесть. Сколько у тебя здоровья, там, мудло?
Так. Возьмем-ка мы... Thousand Dagger. Так, тут какой-то кролик. А, подожди, это... Садет. То есть кровь тебя не смущала? Антураж, антураж, просто антураж. Так, а я хер ее. Давай-ка вот так вот лучше. Так, а тут нормально можно? Ну, вообще удобно. О, телефончик. Алло, Джоба, это ты? Угу, понял. Ага. Это как вышло? А, понятно. Так, товарищи хорошие. А это что такое? Подожди. Стой, а как это про... Ага, это вообще никак... Подожди, это же просто никак. Или я как-то могу... Челика встать? Сейчас, подожди, стой. А! Нет, нихера так не сработает. Здесь что у нас? Кал? Кал. Так. Нет. О. Кала поел. Так, что-то математически нерешаемое, кажется. Хорошо, давай без атаки. Есть идея. Ну, такая себе идея. Так. Как? Так, нет, наверное, все-таки вот тут. Может быть, типа проскользнуть могу? Ой, а это что? Как это? Как я между этими герами это пролез? Ладно, иди-ка. Во! А я ж проходил. Так, стоп, машина. Сойдет. Что это такое? Objects is a yellow aura. Move in reverse when you stop time. Окей, хорошо. Move in reverse when you stop time. Так, а мне наверх бы. А тут не подняться. Да, отвали. Больше считай, там нет никакого. А, иди сюда. Это что за клоуны? Домой, говнари. Так, зеленая бритва. Суки! Суки, нет! Ой-ой-ой-ой-ой.
кайфово просто. 20. Хейтред. Не то. Вали. А? О, это, кстати, штука реально неплохо. Так, это мы проверяли. Ага. Ах ты, сука, иди. Так, ну блин, что остается-то? Ну, вот так вот, да? О, нормально сойдет. Пошел вон! Где мои секреты? Нет никаких секретов. Меня это очень бесит. Я хочу пауэрапы и новые скиллы. Так, желтый в обраточку под таймстопом. Хорошо. А, не очень хорошо получилось. Пойдет. О, секреточ. Это что за херня? Пошла вон. Вы что до сих пор не умерли-то? И уважаемые, что за омлет, а где же яйца? Вы что, бессмертные? Так, валим отсюда нахер. Мне нравится это место. А как? Нет, говно. Нет, плохо. Нет, не нравится. Прямо на свибло. Нет. Нет, я должен успеть. Дай пусти. Пусти. Так сойдет. А, часики вижу. Часики забрал. Хорошо. Так, отлично. Так, сейчас вы все заплатите. Вы все заплатите. Вы все заплатите. Сука, рассинхрон-то какой. Ладно, сидите сюда. Хорошо. Нет, плохо. Хотя, знаешь, может быть... Да, пошли-ка вы нахер. Таких, как вы, надо гнать в шею. И говорить вам сразу, пошли-ка вы нахер. Громко. Отлично. Так, мне надо теперь... Надо вернуться на сейф. Как это не прискорбно. Как это не прискорбно, надо вернуться на сейф. Очень грустно, но нужно. Подожди. Подожди, а я отсюда не смогу, да, залететь? Хорошо. Блин, как далеко до сейва-то, ё-моё. До сейва просто трындец далеко, может быть, нахер. Я очень плохую идею тут за... Очень плохую идею замутил. Ладно, предположим, что это хорошая мысль.
предположим. Я просто не хотел больше это. Ага. Нет. Нет. Вот это да. Так, сейф. Хорошо. Может быть, кстати, умереть, чтобы... Да, давайте-ка умрем. Выхил просто сделаем. Осуждаю суицид. Я тоже осуждаю суицид, бротик. За кого вы меня держите? Красота. Тут мы на месте. Нету времени. Тут с манкой колдануть. Подожди, а что я здесь замораживаю это все это время? А, что было тут пройти? Копим. Здесь все время можно было на картах проехать. Ой, ты какой обосрам случился. Так, здесь надо просто... Окей. Потригеним. Случилась херня полная. Даже сука. Угу. Поехали. Хорошо. Хорошо. Так, зеленая поменяет. Начнет крутиться просто. Хорошо. Хорошо, сойдет. Проверяем секреты. А он есть. Сука. И как мне его теперь брать? Как мне его теперь брать? Как мне его брать, уважаемые? Как мне теперь брать? Ага. Вот как. Окей, копим. Судоку вертай все взад. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Как тебе сказать? Ну, как тебе сказать? В принципе,
принципе, так и произошло. Может, чуть дальше сейф есть? Может! Я о нем ничего не знаю. Очень надеюсь. Выглядит легко, очень надеюсь, что там внутри схил. Регеним. Так. Ага. Да. Выглядит просто. Выглядит просто, ребят. Выглядит просто. Так. А как я должен это сделать, простите? Так, я нихера пока не понимаю. Wait a minute. А как я... Что я должен? Ага. Я должен сначала по дагеркам пройти сюда. А как мне, простите... Я правильно понимаю, мне же по дагеркам надо пройти сюда, а как мне надо вниз пострелять ими? Magic Turnips. Нет, может быть, мне все-таки здесь надо прыгнуть? Я не очень понимаю. Реально? Так, сейчас, подожди. Давайте-ка найдем сейф. Уже видно, что я это не пройду на том ПП, что у меня есть. Окей. Поехали. Сейчас поищем. Пожалуйста, сейф. Надо аккуратно. Левелап. Давайте хил на левелапе. Ага. Пососи. Как говорится, на левелапе. Так. О, хил, 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 сейф. Давай. А, все уже, спаун пошел. Отлично, десятку сделали. И здесь десятку сделали, красавцы. Не знаю зачем, правда. Санитар уверен, что ему надо секретку? Шо? Ты че, сука? Душнич? Немножко подтупит, подтормозит, но это ничего страшного. Да, конечно, секретку надо. Но только она очень сложная. Это что за покемон? Понятно. Где сейф? Не возвращаться. Чем дольше я убегаю, тем дольше мне надо.
Мне не нравится. Я не кайфую. Magic Turnips. Ну дай сейф. Ну, сука. Ладно, может быть, забьем болт. Ну, видимо, тот сейф ближайший надо возвращаться, ребят. Тот сейф ближайший надо возвращаться. Тот сейф ближайший надо возвращаться. Ладно, уже все равно, уже потом вернемся. Это что за пипеда? Иди отсюда. Драный пес. А27. А27 еще раз. Пошли вон. Нет. Так, кажется, там, кстати, что-то. Давай-ка посмотрим. Блин, а мне перепроходить вообще весь левел тогда. Ладно. Мне все равно возвращаться, так что без разницы. Найс! Перед деревяху здесь дернуть не могу. Класс! Вот это я прибежал сюда. Нет, Саш, давай, хватит. Мы сейчас умрем здесь, это будет совсем жопа. Давай. Magic Turnips. Подожди, где-то же здесь. Лажа случилась. Как тебе туда попадать, ребят? Не повезет. Хорошо. Поехали. Угу, хорошо. Так, тут хилиться будем, но в любом случае, а ты двигаешься всегда в этом направлении, поэтому... Так, хорошо. Окей, ай, класс. Нагребал. Так, вот они красивые.
поехали туда. На самом деле, может быть, я имею... Может быть, у меня и получится. Слушай, да вообще, да, я не очень понимаю, почему я в прошлый раз-то вот так вот не прошел. Все, поехали. Так, хорошо. Так. Я до сих пор не очень понимаю, как этот пазл решается. Ну ладно, давай как-то попробуем. Может быть это... А! Твою мать! О боже мой, а сколько-то страху было! А сколько-то страху было-то, ё-моё! Господи, боже мой, а сколько боялся-то? Ой! Так, главное не это, не упасть вниз, я... Famous Last Words, блин. Ладно, ничего страшного. Надо почаще пользоваться тайм-словом. Он очень... он бесплатный и очень сильный. Так. Так. Да слушай, слушай, Саша, ну твою мать, ну кнопки путать, это вообще смеха понравилось. Красивая игра. До свидания. Переключаемся на 40 тысяч. Не, подожди, так, с Кастани. О, вот это нормально. А ты что не хочешь стрелять наверх? Какая ты бесячая. Magic Turnips. Здесь можно похилиться. Ладно, похилимся еще раз. Тихо. Классик Magic Turnips. Что за что там? Все отлично. Куда идем? Сейваемся так чисто же, потому что мы за ворота подняли. Magic Turnips. Кстати, мне надо дальше после сейва. А, да и хорошо. А, срав, сратычи. Хичу их. Пошли вон. Что-то здесь может быть? Нет, ну вряд ли. Брейнс. Так, и что мы здесь? Ага, здесь мы. Ага.
Пошли вон. Пошли вон, X2. Все идет. Подождем немножко регена. Вижу! Сука! Нет, отпусти! А чё я прыгаю здесь, кто-нибудь не подскажет? Никто не подскажет? Ты, я не понимаю. А чё, кстати, я там не прыгаю? Мне же все равно там. А, потому что я просто не могу тут наверх прыгнуть. Нет, могу. Да отвалите. Да отвалите, челы, это просто ни в какие ворота. Ладно, хорошо. Хоровода-водовед. Давайте. Я понял. Вы победили. Как эту херню взять? Подождите, а как эту херню... Как эта херня берется? Так, ладно, хорошо. Нет, отвали. Еще и... Так, а эта штука как вообще работает? Вы что, издеваетесь надо мной? А-а-а! Вот оно что! Понял. Этого не понял, теперь понял. Magic Turnips. И как мне, простите, Magic Turnips здесь делать? О, прикольно. Мост построй. Откуда я знал, что здесь мост? На каком основании? А, факов, вот это вы разлетелись. Нет! Вот они, кстати, желтенькие. Лол. Так, вот это литерально желтый мост, который ты 5 раз прошел, тебя не смутил? Неа, вообще нормально было. Во-первых, во-вторых, я его построил. Так что вообще не вижу смысла на него смотреть. Придумываете херню. Как обычно, собственно, ничего нового. Типичные чатиксы. Нарандомил. Not my fucking problem. Not my fucking problem.
Not my fucking problem. Да ты, сука, запарил меня. Да, сука, на том же месте! Короче, не отвлекай меня. Жопоед. Все из-за тебя. Забаньте его. Так, заворот еще надо убрать. Паков! Иди сюда, говнари. Сейчас я вам всем наговню. Так, здесь no time. Так, отлично. Здесь надо отрегенить. Здесь мы сейчас побежим просто. Здесь надо будет там стопать любого раза. Просто бежать до самого упора. Мы сейчас из... Подожди, пожалуйста. Что мы здесь делаем? Окей. Сейчас. Моя задача затормозить его. Я весь таймстоп протурнепсил. А пошел-ка ты нахер! Подрегеню. Да как же вы затрахали меня? Вы себе даже не представляете. Так, короче. Фишка в том, что мы... Короче, мы замедляем, продешиваем, отпускаем Заварода и снова его подрубаем. Мы же с него должны начинать? Или мы успеем и так? Не могу сказать. О! Вот здесь что-то есть? О! Что здесь? Теперь я могу... You got screw now, you can destroy wooden boxes. О! На тебе. И они теперь у меня вместо обычных ножей, смотрите, какие они красивые. Ля, красиво. Так, теперь меня что-то интересует. Где у меня ближайшая хрень была? В жопе. Были в секреточах. Были в секреточах, были внизу. Ну, вниз и идем, чего уж тут. Так. Magic Turnips. Кажется, у меня урон еще даже подрос. Наверное, из-за камней. Паков. Так.
Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Была не очень хорошая история. Хорошо. А, да забей. Все равно. Так, здесь у нас секреточ какой-то. Что у нас тут? О, скиллупа. Дай скиллупу. You got shield dagger. Create a spinning dagger. MP cost 25. О, звучит как... Херня для защиты. Интересно, она что-то дефлектит. Давайте проверим. Угу. Не, она ничего не дефлектит. Думается мне, что говно это не кулдаун. Типа по 25 ходит вокруг, но если рядом со мной долго стоит враг, то я ему могу нанести, но та же самая пила за 15 ман по тому же стоячему рядом врагу нанесет еще больше. Так, пойду-ка я чайничек, чаечек сделаю. Так, хорошо. Штаны прокипятить не забудь. Че ты такой токс? Ты че токсик такой? Че то такой токсик-то? Че токсик? Так, ну поехали. Ах ты ж сука. Да ты запарили, чел. Да чел. Так, все. Выглядит плохо. Так, я чё я сливаюсь-то так? Что-то я как-то скилл прописал весь. Только что все было хорошо. Ну-ка, давай. Я вот не очень. Завороду ещё делать. Да, как раз таки завороду это надо делать, потому что без заворуда... Без заворуда, короче, вот ты просто слишком иммобилизован. Этих челов можно было не убивать. Я все равно зайду за скиллом обязательно. Просто потому, что мне нравится их собирать. Ну, шилд говно, по-моему. Вообще прям даже трогать его не хочется. Почему убил клоуна? У тебя солидарность какая-то? Magic Турнепс.
Хорошо. Хороший спел. Добрый. Ощущение, что там какой-то секрет должен. О, варпуха. А, и, в принципе, мне она и нужна. Я даже знаю, куда я буду варпить. Так, смотрим внимательно на карту. Где проходы не попроходены? А нигде. Это прям было локо без босса. Подожди, а за варпом стоп-машина. А это что? Найс аим, бро. Так, ладно. Сойдет. Ай, вообще прям. Угу. Так, хорошо. Вижу. Сука. Хейчу. А! Не те кнопки еще жму. Спасибо большое. Отлично. Поехали. А, это, собственно, она. Ха-ха-ха! Ты здесь так рано, Сахуя? Госпожа, если вы будете мне докучать, пожалуйста, делайте это тогда, когда у меня свободное время. Хм. Разве у горничных не все время свободно? Вот ровно по этой причине я хочу, чтобы вы отослали меня обратно. Я все еще не не помыла полы, не сделала, не занялась прачкой и не сходила в магазин. Ха-ха-ха! Я не могу отпустить тебя так легко. Я вызываю тебя, Сакуя. Я умоюсь твоей кровью. Понятно. О, господи, какой же трындец. Так, это был Абасрамс. Это можно было просто... Так, начнем с простецкого. Эта пирогиня должна огребать много вот такого. Вот это у тебя дамаг, ёпрос это. Так, нет, мать, это что-то вообще не то. Маджик Турнепс. Вообще не Турнепс. Вообще не Турнепс. А как это выхиливать? Это как? А! Это что за херня? Я на каком основании должен это... Так, во-первых, начнем с простого. Она будет точно много получать от пилы. Поэтому... Подожди, а когда я делаю Thousand Dagger, я в шилде, что ли? Личная стоп. Ага. Как это...
Подожди, а у тебя еще крылья получают урон? Это так как... Ладно, хер с тобой. А, похеру. Да это так как вышло. Хе-хе. Это было весело. Но сейчас настоящее веселье начинается. Вообще не надо мне настоящего веселья. О, это что за говно? Лазер и эвтаназия. Я что тут? Ага, хорошо. Это-то как вышло? Это как вообще? Окей. Понял. Так. Не то. Шилд детский. А что шилд детский дает? Давайте попробуем шилд. Может быть, он реально что-то даст. Фигня полная. Ага, вот она. Вот она, собственно. Не, в болото эту херню. Максимум вот эту штуку можно. Мне уже достаточно хорошо. Регенится вся херня за... Да. Ах ты ж собака. Мне надо, чтобы она сделала вот эту вот атаку, и вот, вот тут вот у меня будет куча всего за счет грейза. Так, угу. Фаза пошла. Так, а как? Как вот эту фазу вообще? Вижу батки. Долблю баток. Вот тут сейчас будет. Сейчас тут, тут должно вообще надрочиться, будь здоров. Да. Давай, давай, давай. Так, лучи, лазеры, эвтаназеры. Вот как это говно, вот это говно как. Это просто какой-то... Нахрен... О! У нее третья фаза. Ты хороша. Я, возможно, смогу выиграть этот мир. Я так горжусь тобой, Сакуя. Но я не проиграю, обе говорят. Ой, ёпрасоте.
Это что за говно? Как я это? Вижу, вижу, вижу. Вижу, теперь нам в другую сторону, да? Да, в другую сторону. Нет. Я попался, господи, 600 хп у нее осталось. А от пуль шилд не защищает? Нет. Так. Сама наводяшка очень хорошо зарешала. Этой штуке очень сложно. Да. Так. Тут можно спокойно сливать весь тайм, потому что сейчас будет Грейс. Грейс. Подожди, эти штуки просто дамажатся, вот оно в чем дело. Это что-то какая-то херня у меня получилась. Пойдет. Все хорошо. Ага. Упси Дейзи. Упс. Так, плохо. Короче, надо по-другому убегать от этих штук. Вот этих штук надо просто пока что убегать, а в конце... О, блин, пока что вот я их... Вообще не круто. В конце надо тайм-стоп наш на самом деле нажимать. Собака. Вот от этой атаки я вообще не знаю, как защищаться. Так, здесь. Вау, у меня здесь очень много. 200 просто. Видишь, 16. Вот прыгать не надо было. Вот это я так ни разу не защитился. Да, вот видите, тайм-стоп здесь делаешь. Таймакс. Опа-па-па-па-па-па-па. Как вот это говно контрить, я не знаю. А-а-а, 2 раза по 30. Я не знаю, как это контрить.
Баточки, баточки. Ай-яй-яй-яй. Вот как? Вот как волну вот эту контрить? У тебя московское время на компьютере стоит? Не, да, на компьютере московское. Как вот эту волну контрить? Не очень понимаю. Может быть, может быть. Давай, проходи. Ну это ладно, тут я обосрался. Это ладно, бывает. Баток. Вот, кстати, по поводу баток, мне кажется, что надо... Вот так вот. А батки все равно не все умерли. Ладно, это ничего страшного. Не то делаешь. Херня полная. А, хорошо. Не долбится. Розовый пуль разве нельзя дальше, если время стопнуть? О, кстати... Может быть. Ай. Ай. Это была лажа. Ага. Вот оно что. Удобно. Так, это хорошо. Ага. Да хватит, Саша. А, ого, должен. Magic Turnips 20 урона против пустого места. Ага, с 80. Красиво, Саш, красиво. Красивая игра, красивая, Саша. И тут еще сейчас получим, давай. Молодец какой. Все так хорошо сделал. Батки. Так, это должно быть очень много хп. Проезжай. Так, что-то из этого... Это безопасное место? Не похоже. Не похоже, что это безопасное место. Дела херово. Дела херово. Дерьмо. Не буду его трогать даже. Иди сюда. Да давай, что?
А, там еще шипы какие-то. Кто этот Magic Turnips придумал? Херу. Ай-яй-яй. А! Вообще не обязательно. Напихали, загрессили. А, 3, 4, 5, 6. Ты даже неплохо вышло. Так, это плохо. Так. Ага, плохо. Ой, плохо. Нагребал-то вообще прям караулите. Двадцать один. А сдох. Я не пережил огонь. Я надо как-то... Может быть...